Люди задают Яндексу миллионы одинаковых запросов. Но часто под одними и теми же словами они имеют в виду разное. Например, запрос «кино». Меломан, скорее всего, хочет найти песни одноименной группы и сайты о ней. А любителю кинематографа нужны интернет-ресурсы о фильмах и актерах. Чтобы вы легко нашли именно свой ответ, Яндекс научился отвечать лично вам. При ответе Яндекс учитывает, какие темы вам ближе, или, например, на каком языке вы больше читаете. По статистике Яндекса, персональный ответ нужен для 3 запросов из 4. Если Яндекс подобрал результаты поиска лично для вас, вы увидите на странице специальную отметку. Яндекс учится понимать вас по вашим запросам и результатам, которые вы выбираете. И чем больше вы спрашиваете Яндекс, тем лучше он вас понимает. По умолчанию персональный поиск включен для самых активных пользователей. Выключить его или включить можно в настройках.